Здравствуйте! Представляем занимательную игру «Вдребезги» от торговой марки «Бондибон». В этой игре строитель старается построить как можно больше башен, а разрушители пытаются их сломать. Игра предназначена для игроков старше 6 лет и подходит для компаний от 2 до 5 человек. В набор входит 26 карточек с рисунками башен, 16 деталей башни, 4 катапульты, 10 кубиков снарядов, наклейка и песочные часы. Для начала игры разложите карточки по инструкции. Строитель получает все детали башни, а разрушители – по одной катапульте и несколько снарядов. Перевернув песочные часы, вы дадите старт игре. Строитель должен быстро выбрать карточку или несколько, и пока сыпется песок, построить башни по рисунку. Кроме того, при выпадении символов на снарядах, по правилам игры произойдет землетрясение. Разрушитель сможет ударить по столу кулаком, чтобы создать дополнительное разрушение. После того, как время вышло, подсчитываем очки. Их строителю приносят уцелевшие и правильно построенные башни. Ваша цель – набрать 16 очков для победы. Если очков меньше, роль строителя переходит к другому игроку. Выигрывает тот, кто первым наберет 16 очков. Занимательная игра «Вдребезги» от торговой марки «Бондибон» разовьет быстроту реакции и подарит вам веселые воспоминания. «Бондибон» – для ярких идей и веселых затей.